Так, вторая игра. Вторая игра. С карателем все прошло неплохо. Первая игра на ФДС. Когда-то Аватар реквестил Шакала именно на ФДС. Давайте разбираться с ней теперь. Есть там очень интересный режим. Мы, Аватар, если что, мы оба режима будем проходить. Специально для тебя, так сказать. Так, вор, по-моему, есть тут заставочка. Посмотрим сейчас. Блин, ну каратель на эксперте, на двоих просто прелесть. Даже вот, подождите, говорят. Куда вы торопитесь? Еще подождите. Надо пропасть бывает надпись, а потом еще раз появиться. Так, заставочка. Наконец-то посмотрю на ФДС. Странный Анкол. Я что-то думал, что ты уже играл ее. Заставка такая же, в В принципе. общем, наши ребята попали в плен к врагу. Наша задача их высвободить, спасти, проникнуть на базу врага и уничтожить всех. Не, это не Friendly Fire, это два разных режима. Сначала играем классический режим на двух игроков. Two Player A. Начинаем с Two Player A. Сейчас, ребятки, до всего доберемся. Пожалуйста, включи сет Б. Подожди. Ну, мне нравится, что все время подождите, типа. Подожди. Еще раз. Мне нравится, пропадает, а потом еще раз появляется. Это самое Еще классное. раз подожди. Подожду, хорошо. Когда-то времена были суровыми. Игра начинается, кстати, со второго уровня. А первого, в принципе, ну да, как бы это. А че, первый. уже второй уровень, что ли? Да. На NES играл, на ФДС нет. Ну вот посмотрим. Сейчас заодно. посмотрим. Каждого надо убить просто. Начнем с классического режима. Дальше будет еще поинтереснее. Забирай. Мне пока собираюсь. Да. Дыщ. Ну, первого, это как первый на FDS. Нет другого. Это первое, по сути, первое отличие, ребят. Забирай. Витя, спасибо за фоллоу. Неожиданно. Ты мне столько битсов кинул и не был зафоловлен на канал. Это интересно. А, вот почему, я да. понял теперь. Теперь понятно. Эксперт волю не согнул, в игре творился беспредел. Напорник! Напорник! Классное слово. Ты мой напорник. Леш, извини, это не с тобой связано, это я просто с ума схожу. Спасибо, Леш, за стихотворение. Я так понял, ты хотел написать, но не получилось. Напорник. Не каждому суждено быть напорником. Ой-ой-ой, нифига он на меня попёр. Людей терять нежелательно. Я и не теряю. Сидел, говорит. Ой-ой-ой, как она... Ой-ой-ой! Да что за афган? Снизу там. Есть, взорвал наконец. Давай высаживаем. Надеюсь, самолеты не будут лететь. У тебя не в хвост куда-то залезают просто. Это подписка? Блин, Витя, спасибо большое. Я ленивая жопа, все никак не могу добраться до алертов. Да, мы до алертов. Алерт. А, меня прижимают гранатами, колонны падают, все сыпется. Блин, Витя, спасибо большое. Я сначала даже не обратил внимания. Ты второй человек после Мартируса, кто на канал подписался. Спасибо, Витя, спасибо. Такая поддержка еще больше приятна. Еще больше заставляет творить. О, жизнь-ка вылезла. Забирай. Не взять? Конечно. Какой щедрый у меня напорник. Все, все эти... Вроде та же Famicom по графоне. Все лучшие детям. На NES выходила Джонни, на Famicom не было шатора. Но на FDS урезанная версия. Игра даже не сразу поняла, что да. не босс. Здорово, Кейма. Кеймыч, привет. Вьетнамские флешбеки, да. Мы, кстати, с вором оригинальный шакал проходим. Подожди. Да жду. Подожди. Ничего не нажимай, подожди. Еще подожди. Еще что? Еще жди. Ладно. 20 год, да. уже 21 год. 21, ну да. Да, логично. Еще прокачечка. Нет, смысла. Блин, Витя, спасибо, правда. Спасибо, неожиданно. Второй после Мартируса, кто платно подписался. Норман дарил подписки, Норман сам не подписывался.
Кстати, Норман последний раз Даниле Кулуку подписку дал. За что ему тоже респект. Когда-нибудь доберусь, Вить, когда-нибудь доберусь до алертов. Обязательно настрою. Подписан я 22-го... А! Зафоловлен на канал с 20-го года, имеешь в виду. А сейчас платно подписался. Спасибо, Вить. Норман тоже дарит. Норман вообще классный чувак. Норман многих скромных ретро-стримеров поддерживает. Так, сюда-сюда. Да я больше и некуда. Один выход сюда-сюда. А больше ты... Нет, по морю сейчас пойду. Подождите, лодку накачаю. Так, по грибу на веслах. Сюда-сюда, единственный проход. Сюда-сюда. Класс, ты еще указатель поставил там, я не знаю. Сюда. Большой палец. Привет, Асылбек. Асылбек, здорово. Асылбек, ты такой афган пропустил. Ну, привет, в любом случае. Спасибо. Спасибо, Асылбек. Ты тоже сюда, да? Ну, да, надо вот сюда. Не вздумай через стенку ехать, даже не пытайся. Ладно. Там человек стреляет. Так, все, спокойно, спокойно. Отлично. Не переоценивайте ФДС, там всего 112 килобайт помещается. Ну, в этом, наверное, и проблема, Ампол, поэтому не получилось полноценную версию, берегись. Я рикошет. Уехал сразу же. Отлично. Ой, у меня даже человек под огнем выскочил. ФДС это был именно что очень ранний способ выпускать большие игры, еще до мапперов. ФДС-версия вышла раньше, вот и все. А, то есть Шакал на ФДС вышел пораньше. Ой-ой-ой, напугал меня. А, я забурился в забор, мне сейчас повезло просто. Да стреляй уже, сзади. Ну, подел уже все. Я на всякий случай три ракеты еще высажу. Че, по разные стороны едем? Как хочешь, ну я в свою поверну. Нет, здесь... Убивай верхнюю. Давай, да. Ой, замечательно. Тимворк! А чё в меня-то? Чё я ей сделал? Ты ближе там, и ты в них... В него стреляйте. В них... Вот в этого человека стреляйте. Почему вот в меня? Я тихонько поеду там. Подожди. Можешь стих почитать. Подожди. Эксперт волю не согнул, в игре творился беспредел, напарник в спину нож воткнул и в наглую все мясо съел. Вот да, кстати. То все рабочие моменты, и вот пройденная игра. Примите вы аплодисменты, ГГ, затащено, ура. Вот это вот очень качественный, кстати, мне понравился стих. Спасибо, Леш, я себе прям очень качественный. Сделаю, да. Спасибо, Леш. Извини по поводу напорника, это моя больная фантазия. Просто транзистора порвало маленько. Даже сказал, там ничего обидного, то есть нету просто. Да, просто у меня опечатка. Затригерилась. Понравилось. Он к тебе побежал. Ну, он не хочет, чтобы. Ну я хотел его подобрать, чем он к тебе побежал? Он не хочет, значит. Ты его нечестно возьми. Так, несправедливо. Там эта пушка будет страшно. Не здесь. Не помню. Значит, в другом месте. Ну я же говорил, пушка страшно. Чё? И человек стоит, машет прям под градом снарядов. Нормально. Как я там уклонился? Едь, боже. Говорит, забирай меня, вези меня, мразь, как говорится. Боже мой, как я там уклонился? Мина. Хорошо. Чуть на мину не наехал. Спасибо, Лёш, классный стих, как обычно, в твоем исполнении. Ты сегодня прям в ударе. Давненько тоже не писал ничего. Фу, второй афган на сегодня после карателя. Ну, посмотрим. Дальше будет веселее, ребятки. Дальше только веселее! Ведь этот рикошет, он, кстати, я заметил, почему-то именно этот танк. Блин, я почти успел, он все в меня летит, конечно. Забирай людей. Да-да-да. Шиги, привет. Здравствуйте. Где там надо убивать, я до него не достану с гранатой. Есть. Неприятно. О, еще одна. Нормально, а сколько он сцепил? Ай, забурился! Да что такое? Блин, ну ты экстремал, конечно.
Да, будем еще и этот режим пробовать. А пробовали другой режим? Сыграем Total, сейчас сыграем. А что, у меня уже все, уже что ли? Уже все, что, уже даже вертолет улетел. Только в чат отвлекся, уже все. Уже люди все покинули меня. Не хотят кататься там. Может, ценник большой загнул там. Вот я про что и говорю, Total, следующий режим будет повеселее. Самый прикольный момент. А, игра подтормаживает, кстати. Я отвлекся. Ну нет, сознательно поехал, да? Да, специально такой. Здравствуйте, я. Можно в вас пилиться тут? Влево учи, влево тянет всех. Да. Опа, все. Злой вертолет? По-моему, нет. Джиди поддержал на сумму 5 битсов. Спасибо, Джиди. У тебя какое-то прям фирменное появление у меня на стриме. Подожди. Да что ты мне-то вечно это говоришь? Подожди. Не нажимай ничего. Я смотрю, я вижу. Это же нажать ничего нельзя. Хоть дышать разрешает, то хорошо. Ой, не Бонера бы написал, что Акай Юса это типа Красная крепость. Чем он тебе нужен был? Два дурака с ракетой. Ты чё, нормально? Ой-ой-ой, рикошет. Ой-ой-ой. А чё, уже люди, что ли? Уже люди. Подбирают. Ой-ой-ой. А тут есть злой вертолет, который пролетает и стреляет? Нет, Джонни, в этой версии нету. ФДС не вытянуло. Амкол написал, что там ограничения очень такие серьезные были. На меня отвлеклась. Отлично. И человека добил. Вот мешал он тебе, что ли? Да. Чего он там стоял? Че, давай, наверное, так тут поедем. Как хочешь. Нам так интереснее. Опять рикошет. А что, жизнь мне брать, что ли? Ну возьми, короче. Тут нет афгана, а вот в аркадке есть. Ой. Седьмая жизнь. У тебя сколько? Пять. Забирай. Не, Алекс, я все-таки думаю, что здесь тоже версия такая сложноватенькая. Особенно следующий режим. Спасибо, Джиди, спасибо за 5 битсов. Ты так скоро Витю обгонишь когда-нибудь. На меня забрилось. Да что ты щит там? Сзади не могу пробить. Упорно пытаются меня расстрелять. Нифига себе, Витя, спасибо. Спасибо, Витя. Я погорячился, когда сказал, что Джиди тебя догонит. Все. Вот я себя. Я правда себя виню, ребят. Я никакие алерты, ничего не настраивал. Просто у меня это слишком редкое явление, и я особо не заморачивался. Теперь вы меня пристыдили, обязательно сделаю на будущее. Чтобы алерты были. Спасибо, Витя, за 100 битсов, спасибо. Твич даже не булькнул вообще, ну у меня, по крайней мере, на стриме. Ой, как плохо. А я на мину наехал. А что, один человек, что ли, был всего? В смысле, где? Я только одного подобрал. Ну, у тебя остальные, наверное, в яму упали. В яму упали? Ну ладно, нормально, прорываемся. Не всех получится спасти, но это афган, афган. Как бы ничего страшного. О, через забор можно стрелять. Как бы тебя это там, Твич не забанил потом. А что случилось? Вечно афган, афган. А. В связи с этими ситуациями. А, я тебя понял. Да, согласен, надо как-то поаккуратнее. Димана, здорово. Здорово, Димана. Привет. Брательник твой пораньше сегодня зашел. Попробуй как-нибудь хак на шакала, называется Шакал 2, вот там реально ад. Блин, Алекс, ты мне в тот раз еще советовал. Ты мне советовал еще Mighty Final Fight на троих, да? Я не знаю, Алекс, не знаю пока. У нас небольшое отвращение к хакам, не знаю, мы почему-то редко играем их. Подожди. Писались там тебе, подожди. Бабайка, спасибо за фоллоу. Ты еще на один шаг приблизил. Привет, вот. Как зацепил? Я же уже попой стоял. В попу зацепило как раз. Спасибо, Бабайка, за фоллоу. Еще на одного фолловера ближе Макаймуру стало. Она объехала! А что, так можно было, что ли? Что, мы так не можем? Не получается. Может, сверху можно? Нет, не получается. Джип просто игру сломал, он объехал забор.
Ой-ой-ой, ты зря. Ну а куда по-другому? Заблатилась машина на меня. Что, давай по сторонам убрать. 5-3 по жизни. Кто не достает? Не, я уже так попробовал. А ну давай проскролим. Mighty Final Fight, ребят, так то не хак, а просто перенос на ПК с плюшками. Блин, Алекс, ПК для нас тоже больная тема, к сожалению. Тоже пока больная тема. Есть. Давай, отдам. А, на меня спрятал. Да, да, на тебя загреб. О, меня жип назад прям тянет. Так, вот сюда едем. Да, хорошо, сюда едем. Валиваешь, ты хотел. Ух ты. Так, ты все запомнил? Потому что тебе рулить потом. Да, я еще запоминать должен, да? Ой-ой-ой-ой-ой! Видишь, Джонни, здесь нет этих вертолетиков. Блин! Ой, не видно. Я думал, я справа появился. Танки страшные, пули. Вот, жизнь пули. Жизнь насыпали, да? Даблкил, точно. Кстати, неизвестно, можно или нет сюда спрятаться, ты не знаешь? Не знаю. Дабл килл. Мы можем попробовать спрятаться. Так, счет 3-2 по жизни. Вроде не достает. Ну, в принципе, можем затанковать. Ну, давай попробуем. Блин, ну да, афган. Все, бан. Я опять это сказал. Что ж такое? Это бан. Куда ты пристроился мне? Заднее колесо сломал. Нормально. Спасибо. Это еще не конец. Это еще не все. Ну, один режим прошли. Подожди. Подожди. Мне страшно, когда перед лицом вот это вот мелькает постоянно. Я больше так не буду, наверное. Сейчас разрабатывается Mighty Final Fight Forever. Фига себе. Алекс, я пока не знаю, правда, насчет... Пока не знаю насчет шакала другого. Может быть, с вором доберемся. Каратель 3? Нет, Джонни, в этот раз нет. ФДС свои фишки можно было, например, на дискету игру записать в специальных автоматах, и это было дешевле покупки картриджа. А можно было потом еще перезаписать на эту дискету другую игру. Энни Бенни Раба, спасибо. Спасибо, ребят, кто поздравил. Посмотрим титры, и сейчас начнется веселуха. Че, свапаемся в прямом эфире? Да. Не узнали? Да это за реквести. Это Аватар Пауру, спасибо. Так, торжественный свап происходит. Впервые! Впервые за 68 коопов! Вот это мое чудо, вот это мое любимое вот это чудо под названием DualShock 4. Сейчас я его протру. Хорошо. Свапаемся. Сватаемся, сватаемся. Так, ты был хорошим мальчиком, но смотрите, что происходит. Просто смотрите, что происходит. Вот тебе мой джойстик, вот держи. Да, я буду на этом джойстике сейчас играть. Сейчас я возьму поудобнее. Так. Ничего бы не сломать тут. Вне стримов нет. Так, ну что, это ресет? Давай. F11? F10. F10. О! Да, вот такие перестановки. Впервые за 68 кооперативов. Вор будет на моем православном DualShock'е играть. А я попробую разобраться. Сейчас начнется веселуха. А еще дискетки дохли, пока их домой несешь. Ну, размагнитились там где-нибудь. А. Так. Подожди. Дай ссылку на Twitch. У тебя что, на Ютубе не указано? Ну, транзистор, подчеркивание, DF. Ребята, кто с мечом в чате, скиньте Алексу ссылку. Так, ну, я теперь управляю, получается, джипом. Транзистор стреляет. Сейчас начнется веселуха. Давай, вот, только аккуратненько. Хорошо.
Ребята, вот сейчас веселуха пошла. Вор только едет, я только стреляю. Это режим Б. Леша или Сейнт, ребята, если вы в чате, скиньте, пожалуйста. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Ладно. Отлично. Берегись. Автомобиля. Во, спасибо, Леш. Спасибо. Так, забираем людей. Пулеметом можно рулить? Не знаю. Попробую. А у тебя на что? Ну, власт? Да. Чё-то нет, не рулится. По-моему, тут только японская версия. Спасибо за рейд. О, Яна, Яна, привет. Спасибо за рейд, Яныч, привет. Немножко посмотрели, как-то там в спор играла, но, к сожалению... У нас сегодня вообще... Я опять чуть это слово не сказал. Тетя Аня, привет. Любишь прям это слово просто. Куда тут? Какую? Как мне вдруг попасть? Уходи, уходи! Привет, да. Рейдерам, привет, ребят. Да, я уйду. У нас уникальная версия Шакала на ФДС, режим Б. Вор едет... Стреляю гранатором! Вор едет куда джипом, его? Я стреляю. Не попадись только под этим выстрелом! Не попадусь. Все, забирай. А вдруг это тоже очки дает? Может быть, зря ты ее пропустил? Да. Привет, Яна, привет. Спасибо за рейд. За каждое очко переживать будешь. Ну, только за наше. Ну, ладно, тогда. В общем, уникальный режим в этом шакале. Вор едет, я только стреляю. Ой-ой-ой-ой-ой! Бля, там за один выстрел 4 Там еще один человек жив. Пушку взорвал. Человек убежал! Ну нафиг, он сваливает просто. Человек из дома убежал, он меня что ли испугался? Ну ты видел, видел. Да. Святой отец. Так. Здесь вроде ничего. Да, пушка реально должна как-то поворачиваться. Может зажимать направление. Стреляй, стреляй, что ты там? Подожди, подожди. Точно в вас у тебя управление? Да, ну в японке же стреляю обычно. Ну, в смысле, в японской версии шакала можно было. Анкол, я не знаю, я нажимаю, но пулемет всегда ровно летит. О! Ракеты, ну-ка подожди. Ракетами можно управлять, ребята. Я могу ракетами управлять. А, ну вот, удобнее. Не, нифига не удобнее. Чё? Я буду ориентироваться по твоему носу. Зачем? Ты не ориентируйся по моему носу. Алекс, с прибытием на Twitch, спасибо за фоллоу. Спасибо, Алекс. Так, а? О-о-о-о! Вот так вот! Блин, ну я постараюсь, конечно, но это будет... Жесть! На! Блин, ребята, спасибо, что сказали, что здесь можно творить. Отлично. Берегись! Автомобиля. Да хоть что. Есть. О, жизнь! Ой-ой-ой! Так, а чё, а как? Тихо, сейчас я выжил. А, я взорвал его. Есть, отлично. Блин, кто подсказал, ребята, спасибо большое. Есть. Классно, да, сейчас взорвал танк? Да. Берегись, берегись, снаряд полетел, ракета. Есть, отлично. Слушай, так ты можешь прям лицом стоять. Я тебе говорю, я могу, а ты можешь хоть как там просто разваливать. Ты можешь прям лицом стоять. Могу, вот, вот лицо у меня прям на бампере вон там, я лицом прям стою. Ой, кошмар, так, где тут эти? Да рано еще, подождите, подождите. Все, спокойно. Ездит уже там. Я смотрю просто, что тут как. Короче, ребята, ракетами можно управлять, а пулемет почему-то всегда перед собой стреляет. Ой. Меня вон тут танк смущает. Смущает? Чего он тебя так смущает? Он вообще уехал куда-то. Я все равно смущен. Вот так вот, отлично. Сейчас проверим насчет очков. Подожди, а, даже... Чего? Не было выстрела? 54-80. Ничего не добавляли. Даже на НЕС хакнули, так как тут один едет, второй стреляет. А, в смысле, есть версия, да, на этот...
На NES есть хакнутый шакал, где вот такой режим запилили. Прикольно. Блин, как приятней стало с ракетами прям. С управляемыми. Я думал, это сложнее. Намного удобнее. Отлично. Тебя не смущал там никто? Да. Ну мало ли, может что-то вяжется за нами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть, отлично. Она прям за нами по пятам ехала. Есть, отлично, осколком зацепил. С ракетами приятней, да. Особенно, когда ими можно управлять еще. Ой, отлично, ой, отлично. Знаете, у тебя сегодня чат очень живой, все ребята с нами сегодня. Спасибо, Яна, еще раз за рейд. Извини, что пока не особо общаемся, потому что у нас тут опять чуть это слово не сказал. На букву А? Да, но я не готов назвать это слово целиком. Нормально. Нет. Он уехал куда-то. Да. Ставь зубочистку в кнопку пулемета. Да я так справлюсь. Так, ладно, прорываемся. Да что ты там этот... Есть, отлично. Новые черепахи выйдут в следующем году. Там известно... Прям все Эйприл любят, конечно. Кстати, про Эйприл, да, как-то... О, тетя Аня, кстати, если есть возможность, не убегай сегодня, мы тебе игру в Стиме разыграем, я уже забыл этот момент. Давненько заказ был сделан, там я сначала на 2 недели пропал, забухал по-черному, если совсем уж честно говорить. Причем прям на шахте колдырил. А что, так можно было? Да, только никому не говори. В принципе, да. Да, лучше так, согласен. Да ты смотри, что... Да он троллит, короче, все, поехали. Хочет жить просто. Примерно сколько? Как только шакал закончим, леди. Примерно минут через... Ну, 20, наверное. Через 10, я бы даже сказал. 10-20 минут примерно. Ну, может, да, побыстрее, помедленнее точнее. Так, а чем? Наверное, подстраивайся лицом? Да, да. Эх... Так, ну давай спокойненько. Уезжай, уезжай! Ой-ой-ой, как боженька, уклоняешься! Последняя. Пойдем. Куда? Она быстрее стала вылазить. Ой. Оп, куда она так быстро вылезать стала? Давай, тетя Ань, давай. Тут, надо, кстати, уже закончить это дело. Субмарина маленько по-другому, чем на NES. Разыграть с тобой игру. Я вроде как вернулся после своих праздников и... В общем, да. Как бы можно, в принципе, все пронести, по идее. А что-то еще предлагают? Да вон, ноутбуки там, и телефоны. И телефоны проносят, и ноутбуки я проношу, так что нормально все. Так, что-то у нас на откровение. Сейчас кто-нибудь запишет, и потом мне... Все. Сегодня ночью мне на смене предъявят, скажут, а что ты вот... Что ты вот, начальник такой вызывает. А что, так можно было, что ли? Блин, как классно стало, что ракетами, оказывается, можно управлять. Отлично, задел. Так, Гарри, ты ничего не слышал, не надо тут, пожалуйста. Подстраивайся лицом, да, Мульти. Список крылатых фраз пополняется. Да ты что? Даже можешь лицом не подстраиваться. Я уже подарил Арти. Артем, привет. Привет, Арти. Видели New Ghostbusters? Ай-яй-яй, ты как прям как боженька уклоняешься! Просто! Поздравляю, что смог затащить без смертей. Да, кстати, Артём, наши поздравления. Конечно, там рандомные боссы вот эти вот, где несколько этих надо собирать. Поздравляем там... тебя с охотниками за привидениями без смертей. Ну ты, конечно, дал дугу там. 10 часов просто рубил его. Ну до последнего тащил, как говорится. Говорят, шахту прошел. А, пропил? Пропил. Т-
Да нет. Праздник был чисто в моих масштабах. С шахты ничего не происходило. Ой-ой-ой, с этой стороны едет, да. Отлично. Кто-то снизу есть. Человек, какой он прямо человечек. Отлично. Да если что, едь, я разобью поезд. Хорошо. Я попаду ракет. Отлично. Ой, как состав там. Как там состав полетел. Собираем компромат, потом будет... Ракета полетела. Я вижу. Нет, не полетела. Ой, отлично, обе взорвал! Я, в принципе, могу за 40 отдать. Давай, староги сейчас будем. Берегись, берегись, да, лучше. Есть. Ой-ой-ой, аккуратно. Согласись, режим Б настоящий кооп. Ну, посложнее, да. Блин, аватар, у нас впервые такой опыт. Чтобы один кто-то ехал, другой стрелял. Ну, конкретно в нашем проекте. Ничего подобного не проходили раньше. Джонни, с шахтой все нормально, не переживайте. Я же еще работаю же. Да. А может уже нет? Да, только вид делаю на самом деле, тренирую игры. Да что она там? Сильно не скрой, потому что скоро пост будет. Че там за ставки пошли? Что-то Игорь тоже какую-то ставку сделал. Battletech еще не играли, Алекс. Battletech еще ни один я не проходил, ни с Вором еще. Смотри, лезут и лезут. Слушай, так сейчас с боссом попроще должно быть. Ну да. Ты прям бегай, крутись, я буду прям сам подстраиваться. Ой, я куда я стою? Тут подстройся, как еще. Вот, отлично. О. Ты сказал, что бухал на шахте, вот и раскручиваем. Нормально, есть. Я ничего не говорю, ну нормально, да. Battletech нам предстоит, Алекс. А, вот там одну, ладно. Главное, живи. Только живи. Ой, как в конце. Последняя чуть не убила, да. Спасибо огромное от души, ребят. Ваша поддержка. С другой стороны начал торговаться. Мы на все способны. Да не без проблем, Марти. Не всегда заходить получается. Что-то да. Смотрим в повторе, что-то в записи. Многое смотрим, скажем так. Долбанная работа у меня эти смены, они. Вот мы сегодня рано начали, потому что мне на смену в ночь. О, вот этот уровень неприятный. Ты если что, назад отъезжай, я хорошо. Буду стрелять вперед ракету. Так. Отлично. И это же еще не самая главная жесть на сегодня. При всем уважении к реквесту Avatar Power, это еще не самое. Не самое такое на сегодня. Завтра сентябрь будет гореть, да. А убийц плакать. Кстати, да, ребят, всех. С последним днем лета. Спасибо, что нашли время зайти. Ой-ой-ой. Отлично. Знаешь, что любишь всех поубивать. Да. И этого тоже. А чё он нас стреляет? Ворота еще сломает, конечно. Ворота сломай. Сказано, сделано. Ой, вот этот неприятный момент. Да? Отлично. Да, на мины поглядывай, потому что видишь, как они идут. Жизнь не забудь. Угу. Блин, это же ваш. Да, 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 да. А, там все, это да? Это наш, это наш. Без проблем, Артем. Ну, правда, серьезные тоже челленджи. Не накинули. У нас максимальное количество. Серьезные челленджи берешь, Артем, на стримы. Как с таким можно не поздравить? Ты чё, ну это да, ж вообще? Это не просто пройти же. Без смертей охотники подло играют. Я убедился, когда твой стрим посмотрел. Ну ты, конечно, прям 10 часов это, я не знаю, прям взялся вообще. Прям. Выдержка капитальная. Я точно не смог бы так. Там эта музыка уже приедаться начала. А чё, зачем? У нас максимальное количество. Пулемет недооценивает? Да может, все равно забираем. Ну, иногда постреливаю. Поп-поп сразу пулемет достал. Да-да. Там подстав. Если бы аватар пулемета можно было в разные стороны применять, тогда было бы, конечно, тоже поприкольнее. Нормально.
Ой, красота, вообще просто, просто красота. Пока сейчас хоп, убили. Ай, да тут, ну зажали, зажали. Я там на пушке отвлекся, забыл, что танк выжил. Да, только похвалил, вот нельзя хвалить. Вернись на вертолет. Как бы я с другой стороны не могу вернуться. Прям через огни сигнальные. Да, да, прям так, стартанул. А чё, красного садили, прокачку не дали? Да, чё-то не стали. Вот аватар, сейчас танк расстрелял. Так, ну, откуда начнешь? Слева. Ну ладно, уже. Есть. 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 Ой, блин, афган, просто афган. Бан. Это бан. Да что такое? Мне надо избавляться от слов паразитов. А чё, ты не заехал, что ли? Нет, зачем мне? Да. Манипуляции со сменой диска. Ну, не получилось туда, не получилось. Наверное. Ну, давай, вор, звездный час. Начнем слева и начали валить да. правую пушку и ворота. Тимвор! Тактика классная. Это тимвор, да. Он залез вертолет. Ой, человека взорвало, а танк нет. А, тут же. Ой-ой-ой! Отлично, она не успела, она что-то протупила. Ой. А, нет, до ворот не достал. Осколком взорвало человека. О, он джип сам наехал. Да. Отлично. Не достанет, нет. Отлично. Угу. Ладно, а, нет, они будут мешать. Да, 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 я блин. Смотри, как мы подъехали. Надо на финального босса жизни доносить. Отлично. Отлично. Да, Джем именно эту версию, кстати, сделал. На FDS. Так, ну как-то отвлекай теперь. Сейчас, сейчас. Афган не запрещенная организация на территории РФ. А, ну все, Игорь, спасибо, значит все, можно. Сейчас. Все, сейчас буду каждый второй раз повторять. Берегись тебе. Рад, ребят, что вам нравится. Да, это круто, кайф, когда челлендж. Тоже хочу сказать спасибо вам за кооп. Очень крутые игры тащите в коопе, всегда тяжелее. Да, Артем, как-то нам... Нифига ты крутишься. Оп. Фига ты там танцы с пулями устроил. А чё, всё что? Нет, ещё и самолёты. Понятно. И джипы. Не Афган, а Вьетнам? Ну, кому как, аватар. Очень крутые игры тащите, всегда тяжелее, вы большие молодцы. Спасибо, Артем, спасибо. Транс служил просто в Афганистане. Блин, напрягай. Ты, если что, стой на месте. Я стою. Если только пуля в тебя прилетит. Блин, какая красота, что можно управлять гранатами. Так и назад кинул. Есть. Блин, как продуманно сделали этот. Ой-ой-ой, так, ну все, погнали. Тут я не знаю, наверное, по носу буду ориентироваться. Как хочешь. Давай, вор, крутись, крутись. Ух ты, затроллить захотел. Ах ты, затроллил, ну держись, держись. Ой, как увернулся, как боженька сейчас ты. Ай, куда граната полетела, ты что? Граната, куда ты? Есть, есть. Возвращаю его. Спасибо. Так, а что так быстро? А все уже, да. А я тебе твой джойстик. Да, у меня джойстик получше явно. Классный режим, вообще классный, прям супер режим. Прям офигенный режим, прям реально классный режим. Гранаты вернись, хоп, такую гранату обратно отдают. Держите, вы промахнулись тут, пожалуйста, вот. Бейте в босса. Вот, красные трусы нравятся, кстати. Да, это у нас. Считай символ победы, красные трусы. Везде молодцы, ваша миссия завершена.
Отлично. В таймер можно стопать. Блин, капец. Ну, второй режим, конечно, раскрывает игру по-другому. Че, за 40 минут управляется? Пойдет. Так, ну, давай, тетя ладно, Аня правда. Здесь еще, то... Сейчас с леди разыграем игру. Ох, какая цифра-то, а? Сейчас только по канону закончим. Спасибо, Арти, спасибо, ребятки. Леха, Амкол, Гек, Яныч, Энибонераба, Гаррет, Сейнт. Спасибо. Спасибо, что еще с нами. Так, конечно, гораздо приятнее играть. Но вы сами видите, что творится. Хорошо, что можно гранатами, оказывается, вроде я даже не знал. Да. Очень выручил этот момент. Аватар Павер, спасибо за реквест. Хорошо, кстати, что вроде будний день у многих там около 4 вечера, а все равно люди приходят и смотрят. Да. Интересно. Алекс писал, что на работе. Кому работа позволяет? О, я считаю, надо после каждого нашего прохождения вот это вот ставить. Это прям вообще шикарно просто. Такой комплектик. Да, лифчик, трусы красные. Это все. А я закончил работать. Поздравляю, Джиди. Мне еще предстоит сегодня смена. Но это не самое страшное, опять же, повторюсь. Сейчас тоже начнется веселуха. Так, ну а с Шакалом на ФДС тоже разобрались. Еще раз спасибо за реквест, Аватар Пауэр.